Пустая спортивная площадка в разгар летнего отдыха. Такое увидишь нечасто. Сегодняшнее исключение из правил – визит звездного гостя. Все внимание ребят, отдыхающих в оздоровительном центре «Маяк», приковано к самому известному альпинисту Саратова. Сергей Богомолов рассказывает о восхождении на высочайшую точку мира Эверест. Кадры уникальных мест из личного архива Богомолова. Последние датированы маем текущего года. Вместе с известным путешественником Федором Конюховым он водрузил на покоренную вершину флаги Российской Федерации и Саратовской области. На данный момент в его собрании восхождение на 13 вершин из 14 высочайших точек планеты. В его коллекции самые яркие и лучшие моменты жизни. Живые эмоции и невыдуманные истории, в которых есть место настоящей дружбе и героическим подвигам. Этот человек, он достиг цели, он этого добился, и на него нужно равняться. Ты в этой жизни ставишь цель, и ты ее добиваешься. Это очень интересно, ты с ним беседуешь, и он тебя чему-то учит, с него нужно брать пример. Его рассказ не просто завораживает, заставляет задуматься. А потому каждый из них спешит узнать все подробности и трудности легендарных восхождений. И, конечно же, задать свой главный вопрос. Сергей Георгиевич, я задала вопрос. Важны ли отношения между людьми в команде, когда они делают восхождение на гору? Сергей Георгиевич ответил, что эти отношения очень важны. И перед тем, как совершить восхождение, они делают такой гамбургский счет. Мне очень понравился этот совет, и я считаю, что Сергей Георгиевич очень мудрый человек. Этот совет, я думаю, пригодится мне и просто так в жизни, и вообще я узнала очень много интересного во время рассказа. Он, в свою очередь, всегда готов делиться планами на будущее и пропагандировать здоровый образ жизни. Альпинизм, он не только физика, не только какой-то результат. Это географическое познание, это техническое мышление, как пройти, это безопасность. И все это можно молодому поколению передать. Они абсолютно, как губка, они все впитывают, тем более в таком возрасте. Сам Бог велел этим всем заниматься. Только нам нужно проявлять инициативу и все это делать как можно чаще. В завершении мероприятия более 100 автографов, нескончаемая очередь из жаждущих заполучить персональные пожелания в свой адрес. Мила Радаева, Дмитрий Черненков, «Версия Саратов» и ТВС.